Нью-йоркский дизайнер и скульптор Лео Вилларьяль создал впечатляющую 9-метровую монументальную скульптуру в виде светящейся сферы. Пространственная инсталляция долгое время украшала собой Мэдисон Сквер, парк в квартале Манхэттена. Инсталляция Вилларьяля названа «Букебол» в честь изобретения гениального американского архитектора и инженера Ричарда Бакмистра Фуллера. Именно всемирно известный геодезический купол архитектора стал прообразом современной скульптуры Вилларьяля. Скульптура художника состоит из двух огромных сфер в форме молекулы углерода. При этом одна из сфер помещена внутрь другой. Особенно эффектно скульптура смотрится в вечернее и ночное время, ведь светодиодные трубки, из которых состоит конструкция, способны воспроизводить 16 миллионов различных оттенков.